Всем привет! Из Конаково выезжаем в Ржев. 13:24. Посмотрим, что будет. Едем мы на Kia Optima. До Ржева ехать 200 километров. Это где-то 2,5 часа пути. Сейчас 4 часа 30 минут. Мы в Старице. Вот там вот есть река Волга. И мы идем сейчас на нее смотреть. Так. Вот. Старица. Сказала, да. Так, где здесь мы сейчас? Через мост мы проехали. А есть. Где мост-то? Да вот. А, вот. Мы вот тут. Мы вот тут. Вот сюда вот еще можно сходить. Вот вы здесь. Ладно, вот здесь. Давайте вот сюда читать. Мы давай храм посмотрим. А этот далеко, мы его проехали. Я побежал! Андрюха! Ступеньки! Ступеньки! Я первый! Ну ладно. Так, а что-то мост далеко. Вон мост аж там. Может, пошли туда сначала? Ну, первое, что мы видим, церковь, да, это церковь? И еще какая-то церковь. Мы увидели выход на смотровую площадку. Ух ты! О! Офигеть! Вот мы наверху. Еще дальше? Ой, кипарь может снести. Так. Фух. Ну вообще красотень. Вот мы на смотровой площадочке. Богу пришлось пожертвовать за каждого человека по 100 рублей. Не Богу, а настоятелю. Настоятелю, а он переведет Богу. Так, ну что, Андрюх, давай садимся на лодку и поплыли. Ну, у меня нет прав. А, кстати, в какую сторону Конаково? Вон туда? Туда. Угу. Я понял. Вниз по течению. Вот, по идее, мы еще вон там, видишь, памятник, вон туда идем. На ту сторону тоже сходим. Да, да. Просто с этой стороны. Здесь очень сильный ветер, просто вообще нереально. Все фоткаются, тут фоткаются, там фоткаются. Самое главное, вот об балку не треснуться, да? Уже не первый раз. Да. И кепки держать, чтобы. И кепка. Все, пошлите вниз. Хватит, думаю. Мы уже спускаемся. О, вот как тут резко. Так, кепочку придерживаем, а то все слетит. Вот так вот. Путь вниз. Мы на крыше, что ли, были? Кстати, тут вот голубки гуляют. В общем, решил снять спуск, как выглядит. Самое главное, не упасть. Это очень узенький проход. О, как. Ой, я плечами задеваю. Оп, оп, оп. Все, я спустился. О. Так, ну что, мы вот только что были на смотровой башне, вот там вот колоколов нету, ну и ладно. Идем дальше. Люди, подождите меня. В общем, тут повсюду памятники, искусство, в общем, очень много всего. Мы до Ржева так практически не доедем, мне кажется. Уже все 5 часов, 5 часов вечера, 17:00. Но виды красивые. Еще один памятник. Кстати, мы тут сейчас хотим на гору пойти. Вон, видите, тропиночка есть. Пойдем туда сейчас. Ветер сильный. На смотровую можно было не подниматься.
Вы что-то долго. О, пришли. Здесь, кстати, ветер вообще еще больше, мне кажется. Да, ветер больше. Вот он, мост. Вот, какая красота. Все, спускаемся. Последний взгляд на мост и едем дальше. Уже практически спустились. Артем, медленнее, медленнее. Жена, ты куда бежишь? Андрюха решил перепарковаться. Я тут узнал, что до Ржева уже полчаса подать до этого памятника, на который мы, собственно, едем посмотреть. А говорит, вечером он будет еще лучше. Так что будем еще тут пока под мостом. Катаются на качельках. Тут под мостом есть тропа. Тропа! С эхом. Короче, всем решили попить и пошли пить покупать. Старец, кстати, очень маленький, походу, город такой. Мы быстренько там пошарились и, в общем, в Ржев. Вот мы уже в Ржеве. Сейчас повернем налево, вроде там где-то будет памятник. Здравствуйте, скажите, как вам поездка? Господи, напугал. Как вам поездка? Скажите, скажите, дайте мне интервью. Пожалуйста. Скажите, как вам поездка? Нормальная. Нормальная? Скажите, что вам понравилось? Да ничто. Ничто. Вам не понравилось ходить на смотровую площадку в церкви? Понравилось. Понравилось. А говоришь, не понравилось. Ну, как не понравилось. Что понравилось? Ну, магнит понравилось ходить. Магнит. Магнит. Да, плохой магнит, много очереди. Скажите, что вы ожидаете увидеть? Увидев мемориал. Скажите, вы откуда сбежали? Так, Андрюх, скажи, куда мы подъехали сейчас? Полиция. Полиция. В полицию пойдем, рано нам еще. Сзади есть, короче, площадь какая-то, там Ильич, и мне кажется, там у них проходят все мероприятия. Но мы сейчас идем куда-то вон туда. Не знаю, что там такое. Так, ну и что это за новый мост такой? Просто его построили, видишь, он ведет так выше домов. Это новый мост. Да, а это старый мост, через Волгу. И это старый, и это опять Волга. Это Хаммер там, что ли, едет? Или L200? Это L200. L200, ну ладно, бывает. Пошли, пошли, там очень красиво, пошли. Андрюха, крикни «Привет, Ржев!» «Привет, Ржев?» Нет, так надо говорить так «Привет, Ржев!» Сережа, ты домой пойдешь пешком. Я подумал и решил. Мы тут подумали, и Андрей решил. Операция спасения кепки. Ты снимаешь? Я снимаю! Ура! Скажите, как это получилось? Да, я вылезу сначала. Как это получилось? Расскажите. Ветер. Ветер. Это все ветер. Скажите, что вы чувствовали? Что вы чувствовали при спасательной операции? Я думала, что я испачкала. Скажите, что? Вы очень сильно держали ее, чтобы она не упала. Конечно, конечно. Если что, у меня в руках бы остались только ее руки. Прекрасно. Да. Не подкидывай. И он ее. Что вы думаете об этом? Вы снимали? Я снимали. Я снимал, я снимал. Самое главное, ничто не в борщевик. Если бы борщевик, все, новая кепка. Минус Майнкрафт. Продолжайте смотреть. Мы ведем репортажи с места событий. Очередной памятник, зачем-то лестница. Уйдите с дороги, с дороги, с дороги. Уже 18:30, скоро стемнеет, мне кажется. А мы все тут бродим. О, как, я так же хочу. Так, сейчас мы идем вон туда, вот к циферкам. Пушка. Не знаю, что это за пушка, вот там написано. Моя, иди ко мне. Все, прочитали? Можете паузу поставить. Пошлите по аллеечке. Елочка с оригами. Там тоже были, где мы припарковались. Красивенько. Умеешь оригами делать? Ну, по картинке сделаю. В самолете так сделаю. Ой, а тут красиво, а мы не сможем посмотреть снизу. Ну ладно, вот так вот.
тут вот все исписано вот такими, я не знаю, как назвать это, изречениями. Все я не буду снимать, но выглядит неплохо. Пошли к этой палке. Девушка, с вами можно познакомиться? Нет. Почему? У тебя нет айфона. О, это точно. Я не знакомлюсь с парнями, которые не ходят с айфона. О, вау. Да. Андрюх, ну что-нибудь скажи умное. По-ржевски. Я не знаю, как по-ржевски сказать. Ну ладно. Но... Ты знаешь, что это за палка? Это обелиск. Пошли к палке. Великой Отечественной войны. Обелиск героям Великой Отечественной войны. Все правильно говорю? Да. Красота. А можно на него подняться? С каждой стороны прикольненько. Вечный огонь. Ой, как горячо. Какая прикольная березка. Еще тут есть аллейка, я даже не знаю, как назвать это правильно. Тоже красиво. Тут Андрюхина тачка. Короче, мы прошли вон там. Сделал клюшочек и вышли тут. Че, куда идем дальше? Пошли через дорогу. Мне кажется, здесь площадь, здесь все собираются, когда какое-то событие происходит. Да. Да, там сцена. Я за тобой. Ты куда пойдешь, я за тобой пойду. Вот Ильич Ржевский. Что тут, на детскую площадку пошли, походу. Оказывается, это весы называются. Оп. Ну, я сел. Я бы на твоем месте не садилась в таком костюмчике. Наверное. Крутить. Я буду крутить, садитесь. А что за меня-то ты? Ой, тяжело-то как. Да вы тормози... А, я не могу, ладно. Прикольно. Лебедей не хватает. Да. Нет, в Москве были тоже лебеди. Уточки. Так, тут надо фоткаться. Андрюха идет там сзади. Тут рядом с прудом есть аттракционы. И где-то там Артем, девчонки. Ой, тут можно идти, пошли. Так, ну идем к аттракционам. Правда, тут, наверное, только на них смотреть. Не знаю. Ну, не сказал бы, что великолепно прям. Ты не сравнивай, ты же нас сам. А где здесь вот эта вот карта? Нашел, я нашел их. Ну что вы тут нашли? Что вы нашли? Не хотят говорить. Тут много аттракционов не работает. Тут есть колесо. Не очень большое. Не знаю, работает оно или нет. Артем, Аня и Андрей пошли на ракушки. Вон там. Че, они на ракушке? Сколько им кататься так? 3 минуты. А сколько билет стоит? Прикольненько. Я даже не знаю, где они. Но они там одни. А вон, кричат, а! Вот они тут. Блин. Ха-ха. Блин, опять. Да блин. Вы живы? Я с вас сфотографировал, Андрюха тебе уже фото отправил. Да,
пока никто не перерывает, хорошо. Какая скорость, Артём? Да ты рули в сторону. Да, 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 ты прямо, прямо, газуй, газуй. Там нету газа. А что там есть? То есть вперед нельзя? Тихо, тихо, тихо. Блин, чуть не облил меня. Так, уже без 28, чувствую, я не посмотрю в свете дня на этот памятник великолепный. В общем, решили покушать. Русская трапеза. Интересно. Кстати, я вот тут хочу на улице сесть. А что, куда идти-то? Всего все? Да, на меню это. Садись, иди на улицу. Давай. Вот тут вот сели. Машина. Кстати, выглядит вкусно. Приятного аппетита. Да, приятного. Приятного аппетита. Вот, смотри, настоящий блогер снимает еду перед тем, как поесть. Да. Знаешь, это, я видел, как это прикольно испортит еду, так типа это когда снимает. Так, мы покушаем. Мясная солянка моя. Вам все понравилось? Жена, все в порядке, только здесь нельзя. Это в Ютубе такое нельзя говорить. Нравится реакция Артема. Вон там вот под склад, там, на аренду. Рекламу, может, тебе денежку дадут. Никто мне деньги не даст. Ну, да, с твоими 5 подписчиками. Да, у меня 31 подписчик, между прочим. 31? Да, сейчас 8:30, и мы наконец-то сейчас вот еще вот едем туда, куда мы и хотели поехать. Все, там можно садиться уже? Не знаю, у меня нужно. Все, поехали. Мы уже подъехали к мемориалу. Оказывается, он за городом Ржевом находится. Я думал, будет близко. В общем, идем. Ну, я думал, прям в Ржеве. А так за городом. Все, сейчас пойдем. Мне кажется, тут минут 5 идти. Тут огромная парковочка такая. Все кофты одевают. А я не буду одевать. Законопослушный не переходит на красный. Я посмотрел, в общем, по навигатору отсюда до дома 206 километров. Ехать 2 часа 45 минут. Ну, так, если что, быстро. Мы-то вообще очень долго ехали. Вот из этого динамика играет музыка. Слышно? Как тебе музыка? Не знаю, печальная какая-то. Ну да. Есть полевая... Ты в кадре. Я в кадре. Вот, полевая кухня закрытая. Ну, я бы все равно там не кушал. Бесплатные вроде туалеты. Артём тут есть. Но самое главное, вот, мы ждем, пока это светиться начнется, да? Пошли, где фотки все делают. Тут нету прямого пути, прям, чтобы пройти туда. Приходится обходить. Свет еще не включился, сейчас без 10:09. Интересно, во сколько свет включается? Ну вот, выходим на красотень. Ух ты, фамилии, правда. Нифига себе, сколько. Очень много людей, мало. Красивенько, тут красивенько. Да блин, меня тоже преследуют хрипящие колонки. Это все светится, как я понимаю. Пошли ближе. Так, ну как? Все видно, хорошо? Сейчас будут фоточки. Так. Вот прожектора, да, вот я как раз хочу их снять. Вот думаю, они будут светить. Тут прикольненькие есть лавочки. Сейчас народу вообще нет. Отлично. Не, ну красиво сделали, определенно красиво. Но он такой грустный. Есть прикольная техническая лестница, но туда не подняться.
В общем, сейчас ждем, пока эти прожектора загорятся и осветят мемориал, и станет еще круче. У меня даже что-то слезы пошли. Тут столько фамилий написано, прям что-то у меня слезы прям идут. Так, включили свет, 21:15. Еще основной не подсвечивает, но загорелись прикольненько. И одна хрипая колонка прям раздражает. Включаются фонари, очень красиво становится. И скоро будет, думаю, вот, загорается основной свет. Прям мы это видим. Думаю, ночью тут будет очень красиво. Так, 21:20. Все, вот, включили освещение. Стало еще красивее. Что-то у меня слезы все не останавливаются. Ну ладно. Красивое, конечно, место. Грустное, но красивое. Вот так вот подсвечиваются сиденья, столбики, фонари. Вот так вот выглядит при свете фонарей. Ну что, мы уже уходим. Это место, конечно, трогает. Трогает до глубины души. Фух. Слезы у меня не останавливаются, ну ладно. Все, мы уезжаем. 21:30. Надо ехать уже в Конаково. Так вот аллея подсвечивается красиво. Еще раз издалека взгляд. Все, вряд ли уже здесь побываем. 12:10, мы дома. Что я могу сказать? Ну, дорога до Ржева от Ленинградки, Тверской, до самого Старицы, так себе, от Старицы до Мемориала, вообще нормально. Мы, наверное, очень много мест не посетили, которые там есть. А так, в целом, неплохой день. Все, надо спать, это был последний день отпуска. Твой последний день. Все, всем всего хорошего. А я спать.